Всем привет, с вами Сергей Пушков. Сегодня я буду играть в игру Cluster Truck. Вот такой дисплейчик у нас появляется. Давайте зайдем сразу в настройки. Видео нет, ничего. Аудио пусть будет все на сотку. Ну и там мы уже разберемся. Кнопка способности не работает. Это еще самая, так сказать, ранняя разработка. Давайте нажмем новую игру. В этой игре нужно прыгать по грузовикам и выживать. Если вы упадете под колеса, то вы умрете. Главное приехать до вот этой цели. Левой кнопкой мыши можно замедливать время. Shift — это бежать. Ну, первый уровень всегда лёд. Так, давайте уже третий уровень. А, это уже шестой, что? Был же второй. Ну, ладно. Не успел. Так. Давайте на первый грузовик. Точно. Вот там уже все развалились. Так, продолжаем. Такая музыка убойная. Надеюсь, на ней нет авторских прав. Шифрели. Так. Там. Итак, замедление времени спасает. Пока едем. Главное, чтобы мы не упали, не перевернули. Ой, да уже все скалы разносятся. Ты, вот это прикол, как же будет выживать. Все грузовики будут слышать. Так, уже троллит меня грузовик. Жесткий. И тут надо, ну вот этот. Ну вот, чуть еле-еле не попал. Так. Ой, снесли. Давайте. Есть шанс на пробел. Как-то мы взлетели. Так. Ух ты! Ой-ой-ой-ой! Куда? Где? Что это такое? Так, давайте попаркурим. Ух ты! Вот это вообще! Вы видели? Я по вот этой штуке просто... Полез, пошел, побежал, вот это хардкор. Так, а что в этом уровне? Ой, нам встречу едет. Все, ты так меня глупец какой-то. Перевернулся, грузовик уже. Так куда это уже? Так, дать мне направо грузовик. Раз это переворачивается. Наверное, на первый, но это не лучше, я как-то все они едут вправо, в отличие от. Не повезло, так давайте еще раз. Не знаю, пройду ли ее до конца, сколько уровней доступно. В Стиме будет эта игра доступна осенью 2016. Ой, какой левый грузовик выжил. То лучше не на первый, а на второй. Или нет? Вот второй. На шифте было. В чем прикол, что шифт тут спасает? Ну вроде не едут в левую сторону, так что будем справляться потихоньку. Ну куда ты едешь? Держимся, что мы тут. Жалко, что способности недоступны. Так бы уже уложили. Вообще что-то не пьет на этом уровне. Вот давайте на кабину.
Главное, чтобы не соскользнуть с ним. Так. Вот лучше на второй или нет. Лучше на этот. Да нет, тоже выжил. Все, наконец-то прошли уровень. Это какой, 6-й, 7-й, 9-й? Уже 14. Оп, стоп, игра. Так. Жесткий паркур. Да ну так, стенки, чуть не стенки. Мы боролись. Кстати, заново. Кто влево-вправо, влево-вправо. Ой, я прилетаю. А это что такое? Ну ладно, баг игры. Конечно, на такой стадии разработки уже ее выпустят. Так, давайте сыграем еще раз. А что этот уровень пройти? 14 или... Ну, да, 14. Смысла в этой игре нет, кроме как добраться до цели. О, почти! Так, еще раз. Так, шифтуем, шифтуем. Шифтуем, шифтуем, жалко. Да. На этом грузовике остаться, как кажется. Говорят, что уже кто-то ее проходил там из популярных успешников там за 20 минут, за 30, но я играю по фану. Показать, как в нее играть, как в нее тяжело играть даже так, особенно вот эти стены. Паркуристы. Вот это вообще. Надо прям на мувик. Так, уже 18-й какой-то. Тут уровни идут, непонятно как. А тут в чем прикол? А, тут эти двигаются. Доски. Это вроде джунгли. Где я? Так. Замедление спасать. Походу сейчас плохо будет. А не, нормально, держится, едет быстрее. Так, успеваем. Да. По-моему, не успеваем. Почти успели! Да. Так, надо держаться за первым. Нет, в середине. Это первая падает. Вот, нормально, едем. В серединке. Уже левого. Левый отстал, так. Все нормально, проезжаем. Сзади там почти никого в живых не осталось. Все. 23-й уровень и уже снежная локация. Как-то сделали уровни. Ой-о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 й. Не ожидал я падения. Ой, куда идти? Я хоть живой или... Понятно было, надо приготовиться держаться на одном из первых кузовиков. Так вот, держаться! Второе на плей. Вот блин, ну почти. Даже надо было еще подольше замедления времени. Как бы фишка, чтобы прыгнуть на те нижние кузовики. Если будет возможность. Держимся. Или не держимся. Так. Тихо, вроде нормально. Да куда? Или лучше уже тут остаться? Нет. Лучше было там остаться. Так, давайте еще раз упорно. Так, уже прыгаем. Так. Почти. На кабину просто нельзя, только целый фу. Куда я здесь? Если нажать Escape,
тут паузы нет, тут сразу типа выход из игры. Так, уровень провален, так. Приседать нельзя. Зачем тут приседать? Разве что держаться на кабине. Очень. Жесть. Может, на первый же грузовик? О, да на первый получилось. На первый уже повалился. Вот, целый. Так, ладно. Вообще, что-то не знает. Уровень 14-18 везет. Да куда ты едешь? Они еще взрываются, если двигаться вверх. У меня все на максималках. Тут и тянуть нечего. Кто натягивается? Хотя есть замедление времени. Так, ну так, посередине, чтоб нас не сдавило. Так, вроде нормально. Так, да, ой, или не нормально. Надо, на кабине или что-то там. На прицеп. Куда навстречу? Ё! А, там получается навстречу, там еще хуже. Там. Так, тут надо впереди, а там надо в конце. Так. Я раздавила. Так. Ровно прыгаем. Главное, чтобы тут не было раздавлено. Ну, не, нас не раздавят, мы железный человек. Как тут находим. Тоже целится. Вот. О, уже цель. Главное, чтобы нас айсберг не съел себе. Медленная глыба. Все, прошли уровень. Так, 24-й уровень. Ну тут вообще рандом. Или нет? А, на этих нельзя держаться. То на песчаных было вот такой вот прикол, смотри, по паркуру. А тут надо допрыгнуть вот это навыки паркура, конечно. Так, едем в соседнее село на дискотеку. Тут уже не на грузовиках, тут просто лететь надо уже на шифте. Ну и замедлением времени. Так. Да я ж перепрыгиваю. Слушай, можно было на них держаться и опять сидеть. Так, тихо. Еще с таких спиралей куча. Вот это хардкор уже. Так. Держимся. Что время быстро выполняется за медленно. Ну не знаю, лучше первым держаться. Просто лететь, блин. Это почти. Не реально рандом. Как повезет. Тут вообще не повезло. Если на кабину почти заходим. Так, давайте быстрее. Тихо. Так, пробел, чтобы подняться. Если бы они еще ехали когда-то быстро, когда-то нет. Все, так. Так, надеюсь, сюда, блин. Такой был момент. Вообще навыки паркура тут жесткие. Вот зачем я сейчас прыгаю? Были бы еще какие-нибудь способности, типа разнести грузовик или еще что-то там. Типа джедайская сила. Ну там цель вообще чуть-чуть. А мне надо вот так вот еще полететь и упасть. Давайте еще. Жестко. Ну да, это как кому повезет. Вообще на рандоме крутится это все. Просто shift, пробел и мышка.
ну и W. Некоторые клавиши движения, если они нужны. Как-то странно видеть. Давай. Да. Здесь-то не выскочит кто-нибудь, который взорвет наш грузовик. Так, все, наконец-то левел. Ничего себе уровень. Это как-то надо вот так вот. Ну еще едут непонятно как. Так. Вроде изично, вроде нет. А если вот так вот держаться со стороны грузовика, они так долго не продержатся. Зачем они едут, разворачиваются? Непонятно. Так. Да, у меня уже даже грузовик снизу. Так. КамАЗ. Даже не знаю, как называть их. Первый раз все так шло, хорошо. А если вот реально по левой стороне? Не, просто нельзя так сползти, вот сразу. С разбега. Выпрыгивает. Ну так и надо, чтобы пакет бывает. С разбега выпрыгивает. Так. Пролазил, забываю. Нет. Вообще уже сейчас вообще не так не было. Так. Ого, пролетел мастер паркур. Да почти. Давай. Ну такой хороший момент был, пролетел. Вот это бабка тут. И как на той песчаной штуке. Так. Да, на кабину лестница. Жало. Так. Паркур. Ой. На кабине он вообще как-то скользит. Для декора. Я же не зацепил. Разворачивается жестко. Все дальше и дальше. Так. Интересно, сколько все-таки уровней. Вдруг я это предпоследний там еще. Там, наверное, все, и лазеры, и скалы. Ну, скалы это вообще изично, и кипал. Так. Мне вообще не будет. Вот так будем пока что. Без шифта, ну. Оля, ну честно слово. Это своими разворотами. Зачем он поворачивает? Лучше вообще влево повернули бы, начали взяться. Замедлением пытаюсь. Ну это уже считается как прогресс. Вот бы был скилл, когда будут доступны скиллы там, типа, по колесам у нас. И это будет, наверное, самый дорогой скилл. Что это с ним происходит? Еле выпутался. А, уже навстречу едут, да ну? Уже такую сложность сделать. Сюда кто-нибудь едет? В ту сторону вообще никто не едет. Это вообще не все сложности закрываются. Это еще и навстречу. Разработчики вообще тестили игру? Или типа такие выпустили в разработку? Наверное, придется сделать две серии, ну, такое мини-прохождение. Тут не один Modern Combat, а где еще вот эту. Прикольно просто по графике.
Надо же как-то туда походить. Шифт уже редко спасает жизнь. Этот уже развернулся куда-то. Тролли. Жесткий. Это уже типа под колеса. Не люблю, как я... Люблю баги, вот именно вот такие полезные, типа, когда ты держишься между этим. Почему меня так этот баг не поднимает выше лазер в один раз? Получилось! Давай! Вот сейчас было, получилось, я не разогнался. Так, главное, что не затянулись на все вот этот уровень. Тихонечко, давайте. Ой. Нет, реально это жестко. Нет никакого какого-то креатива, будто летать. Может, домой, если какие-нибудь читы придумают для этой игры. Но это так странно. Это для просто прав. Наверное, в интернете типа такое будет, дуром скачать и куча вирусов. Вот так всегда. Эту игру можно скачать на Reddit. Reddit.com. Там вообще ссылка, там безопасно. Вот я же скачал, играю. Вот как я так лазу? Игра 10 из 10. Жанр симулятор экшен. Так, держись! Чуть-чуть целиться. Там до цели чуть-чуть осталось. Вот еще не было таких мелких пылов, иначе. Уже было на 5 минут. Короче. Ну, будет большое видео. Чем больше видео, тем лучше. Кто-то вообще по часу снимает эту игру. Более назвать не буду, скажете, реклама. Поэтому я... Так, разобью на 200. Будет больно. Уже я разворачиваю. Жалко, что нельзя там скинуть много. Хочу всю игру показать. Так. По бокам так сразу грузовик шатается. Неужели я такой тяжелый, при этом так по какую-то жесткую. Вот там тепло. Симулятор мата. Нет, знаете, это симулятор мата в России. Там бежишь уже. Ну, у меня адекватное все. Адекватное видео. Так. Сейчас замедление не поможет. Его еще так мало, если. Кажется, что его так много, а его так мало. Да, и заряжается там после секунды. Как использовал, мог перелететь. Куда ты шатаешься? Так. Будем на равномерном. Да. Все время забываю шифт. Ну, шифт иногда вот перескакивает. Вот уже перевернулся, держимся. Так. Ключевое слово это держится. А потом падает. Одна музыка успокаивает в этой игре. Как хорошо, что сохраняется там на каждом уровне. Это хорошо, автосохранение. Не надо никак там сохранять игру в паузе, которой нет.
Вот это вообще, давайте, давайте, давайте. Уху, да, наконец-то прошли. Давайте еще следующий уровень. Смотрим, это ж... Что за матрица такая? Это не, это рандом, полный рандом. Повезет, не повезет. Что за бан? Тут едем в какое-то хранилище. БД. Куча лазер. Лучше быстрее лезть. Я там осторожно с замедлением времени. Тихо. Так, летел. Да, это еще можно сказать. Летать можно, помимо паркура. Паркур. Бонихоп и полет. Жалко, мне еще не работают способности. Была такая способность спрятаться в грузовике. И там поехал. Потом есть шанс, что грузовик быстро перевалится за вашего веса. Надо такое предложить. Есть куда? Да, блин. А если держаться на одном грузе? Ну и параллельно прыгать. А! Держись. Ой, как много лазер. Еле увернулся от цели. Ну давайте еще один. Да. Это уже что? Там нет. Вообще это... Ага. Там это... Нет, это вообще рандом. Рандомище. Рандомище, ну я вам говорю. Так, давайте проходим. Та-та-та-та-та-та-та! Грузовики кривые вводил. Ну головой там зацепился, волоску. Это вообще нереально. Ладно, держимся на одном грузовике, будет, наверное, такая же амплитуда не. Все раду вот это одновременно, но все такое загадочное. Ну как? Сколько таких штук я уже насчитал? 5, 6, 4. И все больше и больше там записовки, да, все показывает. Надо в настройках видео ничего нет, как я могу настроить записовки. Давай, ну ёлки, пацаны. Как так можно? Или... Кто вообще этот уровень придумал? Я уже забыл, какой по счету уровень. 41, 50. Первые уровни были хорошие. Там скалы, там палочки, по которым можно лезть. Давай! Выскакивай! Выскакивай! Ну, одна оставалась цель. Гол цель. Так, тихо, жесть, так. Держимся! Держимся, вообще, твой слово держим. Вот чем я зацепил, ботинком, ну вот. Развязался специально. Нормально по боку. Чтобы не спасибо один раз там сделал прикол. Или это уже было не ФС. Ну там типа скидгонки. И там открытый мир тоже. Ну это еще старая игра, наверное, 2008 тебя. Тоже была норм график. Так, давайте. Это ну. Давайте вот последняя или предпоследняя попытка. Вот и в ней там можно было. Носить там боком, когда табак нашел боком, проехал, и все бревна посыпались там из грузовика. Вот было круто, вот были. Немного идей для...
Разработчик не батился, раз в настройке ничего по виду не добавил. Не, была маленькая в меню, чтобы поставить максималку или максималку. Да, это очень хороший выбор для слабых ПК, максималка, максималка. Фантастик, фантастик. Не, уже на первой пойти не могу. Так, пошел. Пошел. Пошел! И чтобы они были все выше и выше. Но не так низко, как уровень грузовика. Давай, Блин, ну чуть-чуть осталось. Я должен пойти этот уровень за эту серию. Давайте. Кто? Так, выскакивай. Выскакивай! Нет. Последний тяжело, вроде держишься. Так. Сосредоточимся. Оп. 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 Ладно, давайте возьмем. Escape нажимаю, и тут Landfall Games и Cluster Truck. И типа менюшка как. И типа лучшее время нет. Ну да, больше нет ничего такого. И даже нет вот этого интерактирования. Чувствительность мыши. Это будет, конечно, изменяться, мы обещаем. Ну, аудио, как всегда. Не, ну музыка крутая. Вот даже можно там способности посмотреть. Типа замедление времени. О, двойной прыжок тоже круто. О, вот даже есть тут полет, типа Air Dash. О, джетпак. И так, знаете, прокачивать. Какие-то поинты. ЕГР. Вот тут еще большой список способностей. Типа тут ничего не работает пока что. Но чувствуйте свободно и потыкайте, без не покликайте. Ну, на этом было все. Всем с вами был Сергей Пушков. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пишите свое мнение об игре. Скоро выйдет вторая серия. С вами был Сергей Пушков. Всем пока.